Привет всем, на ваших экранах вторая серия «Доскозы и мусор». И, собственно говоря, я Доскоз, а мусор это Postal 3, который вы сейчас видите. Мы продолжаем проходить эту говноигру. Я только что загрузил сохранение, собрал трех кошек, чтобы вас этим не мучить. И попал, собственно говоря, в ту же стадию, на которой и закончил. То есть прилетели япошки на своих бомбардировщиках. Зеро истребители. И, в общем, начали меня с М-16 поливать огнем. Мне, в принципе, сказали, где достать эту мяту. Да нет, я не... О, боже, слоу-моушен врубился, а. Грёбаная мята. Получи. Как тебя бить-то? Чёрт, там нечем просто ударить. Твою мать, надо у него взять этот М-16 с каким-нибудь раком. Да, иди сюда. Я намерен все-таки собрать все 15 кошек. Правда, как вы помните, игра в прошлый раз вылетела. На этом серия и закончилась. Но я надеюсь, что этого не повторится, и я все-таки завершу это дерьмо. Надо сказать, что эта хренота грузится, как Crysis 2 и Diablo 3 одновременно запущенные на компе. Минуты полторы, наверное, было. И после загрузки я решил сделать очень глупую вещь, которую боюсь все время на играх отечественной разработки делать. Это игру сворачивать, потому что мне нужно было проверить, запущен ли у меня Fraps. В общем-то, я ее сверну, она, естественно, не развернулась. Так, мы достали баллоны. Почему-то на некоторых кошек это дерьмо не действует, обычно на черных. Я думаю, стоит помочь этому чуваку. Блин, ты что вас... Что с вами делать-то такое, а? Так, надо заодно спрятаться, его пристрелят, и я буду спокоен. Вставай. Мочи своего друга. Давай. Умирай. Черт. Давай. Сделай что-нибудь. Так, есть. Во всем виновата MTV. Во всем виноваты разработчики разработчиков, хотел сказать, родаки разработчиков, которые воспитали своих детей полными мудаками и ущербами. Кошмар какой-то. Так, мне нужна еще кошка. Еще даже не одна, а 10. Тест! Стоп, тебя, ты мне мешаешь! Ты что, не видишь, я здесь делом занят? Галактику, блин, спасаю. Охренеть, сколько кошек влезает под этот плащ. Конечно, настоящие экспрессионисты. Знает толк в плащах. Пи-пи-пи-бро. Хорош! Пренебрегай колюще режущим оружием. Когда я рядом, потому что я зол, я не хочу в это дерьмо играть. Но раз уж я начал, то придется проходить это до конца. Посмотрите, ей будет пофиг. Ей будет абсолютно... А, нет, встала. Видимо, мне не так везло, как при съемке. Съемка мне помогает выжить. Ментов ни черта, где все менты, непонятно. Давайте взорвем еще раз эту фигнюшку. Этого расчленим к чертям. Да всех расчленим. Что здесь еще делать, собственно говоря? Расчленять. Чтоб не мешались на пути праведного чувака. Ладно, негр, иди сюда. За что ты ненавидишь Америку? Тут начнешь ненавидеть скорее Россию, которая производит это все дело. Кто вообще? Какой? Контроль есть у нас за играми? Вроде какие-то рейтинговые появились, но, блин, ну надо ж как-то конкретно закрывать дорогу на прилавке таким вот дегенеративным продуктом. Конечно, в такое никто не будет играть, поэтому они не узнают, что дегенеративный продукт, собственно говоря. Видимо, поэтому они продаются на полках магазинов, и в это играют десятилетние дети. Потому что родаки не могут уследить за ними, точнее не хотят. Яблочко. Не хотят знать, во что они играют. Ну, либо они посмотрят, как я играю на ютубе. Какая нафиг разница? Ладно, придется рубить всех,
чтобы хоть что-то, блин, попытаться сделать. Привет! Пушки не убивают людей. Хули. Вы не против, мадам? Если я вас немножко расчленю. Иисус Христос, давай. Именно это я и мечтал сказать весь день. Иисус Христос. Жалко, что еще руками нельзя драться. Отрубленными руками. Здесь дробовик был. Да, я помню еще при обзоре, когда я делал, нашел его. А в гараже вроде как бензин. А может и нет. Боже, физика! Физика! Знаете, даже когда я каждый день курил шишки, со мной такого никогда не случалось. Шишкас is ours. О боже, кто это сделал? О боже, в этом доме был маньяк. Надо валить отсюда, пока он меня не убил. У меня еще пару баллончиков. Кошка, давай! Давай, кошка, мы сделаем это! Плюй! Так, еще один баллончик. Так, так, еще две кошечки, еще одна кошечка. О! Есть! Что скажешь на этот раз? Новое начальство, как бы это сказать, закрыли. И, короче говоря, бабло мне снова не обломило. Казалось, это уже входит в норму. Но внезапно я каким-то образом влез в предвыборную гонку. Мэр задвигал какую-то левую телегу про безопасность страны, семейные ценности и победу в войне с наркотиками. И вдруг я понял, что мэр это тот самый хитро выдуманный чувак из порнолавки, только без костюма Марио. В тот же момент позвонил Винс с офигенным предложением работы. Здорово, чувак, как ты, мужик? Слушай, у меня для тебя есть работа. Моя главная звезда поста у красотки Дженнифер Уолкотт сегодня в торговом центре проводит рекламную акцию, а ее телохранители утром сожрала бешеная кошка. Нихуя на проблему. Безопасность — девичья фамилия моей матери. Или у нее просто была набита такая татуха, я не помню. О боже, новое задание, пора вылетать. В окно, блин. Куда еще? После такого бешенства. Лады. Ну все, для меня это начинается просто неизведанная территория, дальше я не проходил. Да я, собственно, до этого момента не проходил даже. И вот как я очутился в роли охранника на автограф-сессии у Джен. Так, короче, слушай меня. Твоя задача, чтобы со мной ничего не случилось, пока я буду общаться с местными. Ничего сложного тут нет, и не стесняйся пользоваться вот этим. Понял. Слушай, придурок, нам тут трупы не нужны, поэтому держи в штанах все свое смертельное оружие, что ты сюда притащил. Если вдруг кого-то завалишь, приедет полиция и прострелит тебе башку. Это нормально. Даже, может быть, сама тебе ее прострелю. Так что смотри, не обострись тут. А, ну ее надо пристрелить, короче. Ладно, ладно, я все понял, никто не умрет. Надеюсь. Они пришли. Опять мамаши. Как ты смеешь появляться в нашем прекрасном торговом центре со своей развратной мордой? Это ты виновата, что у наших мужей не встает без порнухи. Ну да, конечно, конечно. Только в этом твое существование является оскорблением для всего женского пола. Какая-то проблема, мисс Волкотт. Давай покончим с... А, лопата здесь есть. Дженнифер типа устроила автограф-сессию в торговом центре Катарсиса. Тебе нужно защищать ее от разного рода угроз. Постарайся кого-нибудь... Не убить. Ты же телохранитель, а не маньяк. Нет, неверно. Опять эта музыка, твою мать! Жирную, жирную. Не, ничего себе, она с лопатой, это нормально, да? А я, значит, ненормальный. Ай, уйди. Уйди, стерва. Чтоб-то загорелось. А-ха-ха. Торговый центр больше, чем я думал. Блюй уже, я не знаю, что-нибудь сделай. Ой, о, это должно быть больно. Дымок пошел. Жареным запахло. Да в жопу вас! Едва ли у меня была возможность обосраться перед тем, как приехала полиция. Но теперь у меня было две проблемы. Полиция и мамаши. Какой же я мудак. Я мудак. Это вы мудаки, разрабы тупые. Прощение просим. А-а-а, мусора заявились. Ты-то что здесь еще делаешь? Я ж тебя выпроваживал, дамочка.
Господи, дырень в животе не мешает ей нормально функционировать. Да ну нахрен, я ее сейчас сам пристрелю. Стерва тупая. Эта дурацкая музыка меня просто вымораживает. Куда это? Какого черта загрузка вообще начинается? Что происходит? Какого? Что происходит, блин? Почему я проиграл? Какой мяу? Я ни хрена не слышу в своих дрёбанных наушниках. Кто-нибудь может просто свалить, или мне придется здесь стрелять? Кошки! Я надеюсь, это не огнестрел. Ах ты, чёрт! Да ладно! Ну это ж кошки, это не я! Какого, мать его, хрена? Да вы прикалываетесь. Где там все менты? Это волшебное время, когда мы убиваем всех нахрен. Что там происходит? В кого мне стрелять? Не волнуйся, ты просто заснешь. А может и... Я ее сейчас сам замочу, но, к сожалению, это приведет к провалу миссии. Ах ты, твою мать. Попрыгай на одной ноге. Тебе тоже не помешает. А, не меня лопатой долби. Это ж совсем нехорошо. Нехорошо, говорю! Сдохни! Что-то мне хреново. Черт, стреляйте уже по кому-нибудь. Менты почти неубиваемы. Странно, я не замечал на них бронежилетов, но они все равно как-то туго отправляются на тот свет. Да, я так и знал, что они будут палить во все. Где эта проститутка крашеная? Ух, йо, я рад, что я не ты. Плиз, плиз. Плиз, полиз. Господи. Ну что, долго там еще отстреливаться? Что за полный пипец тут творится? Фиолетовый не в моде. Сдохни хоть за это. Я знаю, что ты думаешь, но я не играю в видеоигры. Я вообще уже ни хрена не думаю. Я думаю, что разработчики больные нахрен люди. Хотя, в принципе, это в стиле довольно-таки. Постала 2, но тем не менее, эта музыка, это просто какой-то выбор самого настоящего гейпедика. Кто составлял этот дурацкий саундтрек? Вот того надо в гей-бар отправить на всю оставшуюся жизнь, хотя ему там понравится. Я думаю, печи по нему гораздо больше соскучились. Печь Ансвенсена! И будет все нормально. Какой Пэхман, ты о чем? Блин, что там еще? Долго стрелять-то? Они же не умирают ни черта. Что происходит? Кто кого мочит? Какие-то... Ах ты, черт. Что надо-то? Осталось... Ага, мамок надо уничтожить, значит, да? Это приоритетная цель. Значит, ментов можно не трогать. Только мамаш. Вон одна бежит, сволочь. Еще четверых. Еще троих. Где эта туша, а? Ага, вот еще одна. Осталось немного, я так понимаю. Черт, да и у меня осталось немного. Здоровье неумолимо подходит к концу. Надо с этим что-то делать. Так, вон одна жирная зараза. Надо ее срочно убить. Так, где еще? Да определись, кого ты стреляешь. Вон еще одна побежала. Последняя, наверное, да? Так, нет, не последняя, видимо. Да, блин, с два. О, последняя. Вот оно. Ах, попади ей в голову. Но этот прицел дергается так, что я просто не знаю, что делать. Да ладно! О, боже. Ну что это было? Меня пристрелили в последний момент. Менты бесконечно, надо пристрелить 15 мамаш. Так, давайте посмотрим. Шокер что-нибудь делает вообще? Способен он на что-нибудь? По-любому сейчас менты приедут, я это знаю.
Давай. За что ты ненавидишь Америку? Черт, копи заряд, я не знаю, что-нибудь. Давай, 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 давай. Но спецэффект света очень неплохо, кстати, сделан. Да ну ее зам... уволят скорее, чем, блин. Чем при ментах. Что делать-то? Использовать энергетическое оружие... смертельное оружие запрещается. А как мне их выкуривать-то? В яблочко. Ах ты, ах вы, ай, ай, отвали! Чёртов жирный контингент. Уйди отсюда. Значит, пинками с ними расправляться надо, да? Уйди, уйди. Блюй, если хочешь, я не знаю, что-нибудь делай. Любое действие не запрещено. Но мне надо как-то оставить тебя в живых. Так, одна уже заварилась, нормально. Да твою мать. Хорошо, я готов вас быстро пристрелить. Надо просто быстро их пристрелить, вот и все. 11 штук осталось. Все эти мертвы. Надо проверить. Лучше проверить перед тем, как что-то делать, потому что вполне может быть, что они живые. Привет! Вот это маньяческая игра, конечно. Тихо! Такс. Еще пару трупов. Стреляем для проверки. Еще один труп. Блин, да нам не мешает просто. Конкретно. Ах ты, охранничек, не стреляй в меня, мне нужно восстановиться. Как же тебе это непонятно? Полный холифак. Что у меня там еще осталось? Троих завалить надо, да? Можно было это сделать по-быстрому. Так, немножко патронов не помешает. Где там эти? Они по-любому рядом с этой шлюхой бьются. Вот одна. Нет, она куда-то убежала. Где они все? Мне их надо срочно найти, иначе превратиться как в предыдущий раз. Ага, вот жирная скотина, умри. Я спас тебя, офицер, не стреляй! Что ж ты делаешь, неблагодарная эта туша? Сам свою жену, наверное, среди этих уродич пристрелил только что. И меня хочет еще на тот свет отправить. Надо восстановить здоровье. Да, свет, эта музыка вымораживает мне мозг! Я сам скоро свою башку себе отрежу. Если это будет продолжаться. Посмотрим сверху, что там есть, чего там нет. Одну мне надо уничтожить. А вот где она? Вот она. Все, завалили. Ну что? О боже! Вот это одна. Полицейские 10 из 10. Так, еще 10 полицейских завалились. Черт возьми. Да этот... Он реально не может по прицелу попасть. Стрелять не в прицел, а криво. О, наверное, шрам останется. У них только эти дурацкие пистолеты, с которых невозможно стрелять. Что там еще? Кто там орёт fuck you? Сам fuck you. Я тоже английский знаю. Что ж, было забавно. К сожалению, все клиенты разбежались, поэтому заплатить я тебе не могу. Хотя можешь оставить себе электрошокер. Натурой, блин. И знаешь, у тебя все так просто получалось, что я подумал и собрать остальных красоток из постела и открыть свое охранное бюро. Ладно, увидимся, чувак. Она меня хочет. Ну, хоть не матом написано, и то прогресс. Лады,
Следующая, видимо, миссия нас ждет сейчас. Следующая порция уничтожения нашего мозга. Мне все тяжелее выдерживать этот холокост, блин, нервных клеток. Но я обязан. Я был удивлен, когда не обнаружил очередь в заветное окошко. Хотя бы в чем-то мне повезло, подумал я, пока не появились вот эти уебашки. А вот это уже регресс. Только я хотел сказать, что нету мата, но... В общем, они проводили очередную вооруженную акцию по привлечению финансирования. Внезапно появилась полиция, и через несколько секунд вокруг начался сраный стыд и месиво. Нужно было что-то решать. Если бы я вмешался и помог полиции, мне бы, глядишь, награду какую дали, да и прославился бы я. С другой стороны, я слышал, что эти фанатичные тёлки просто озабоченные нимфоманки, что тоже неплохо. Мне предстоял непростой выбор, от которого зависел ход всей истории. А, я все прослушал, черт возьми, ну ладно. Похоже, полиция как раз вовремя для драки. Выбери сторону и присоединяйся. А, полицейских еще выбирает, да ну нафиг вас. Привет. Эй-эй-эй. Такое ощущение, как вот эту игру делали шестиклассники. Такой же тупой мат абсолютно ни к чему, который здесь. Насчет физики ничего не знаю, везде криво все. А потом вломился спецназ и стало по-настоящему весело. Ух ты, блин. Я, по-моему, сейчас малость загнусь. Надо с этим что-то делать. Ах ты чё? Эй, сядь, 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 придурок, сядь, блин, как ты это делаешь, блин, это никак нельзя. Сядь! Да он не хочет садиться абсолютно. Вот. Он не садится еще. Где там наши, где не наши? Блин. Ладно, я попал по полной. О боже, этот енот. Барсук, ну ладно. Барсук! Стволы не убивают людей, я убиваю. Черт, не попасть бы по своим, так скажем, по своим. Вот это заварушка. Полная заварушка. Думал, что умрешь сегодня. Да откуда они все прутся-то? Что у меня? Отбей нападение спецназа. Они бесконечны. Ладно, отобьем. Господи, да. Хватит переться. Я тоже хочу барсука. Я ни хрена не хочу, я наврал. Затем появился какой-то дебил на вертолете. Припозднился. Вот это забавный парень. О боже, босс в виде вертолета, как это оригинально. Ну ладно, для постола это оригинально, так что сойдет. На этом сойдет. А, черт, я же сейчас концы отдам. А, твою мать, да не кошку насаживай на ствол. Сядь ты за укрытие, мудила. Сядь за укрытие, как это делается, пробел. Вспомнил. Нет, нет, сядь. А! Финтиплюшки! Ну что ж, меня ждет получасовое долбение этого вертолета. Я рад, что я не ты. Что у вас с полицейскими и с фанатиками? А чё это вдруг? Я ж за фанатиков. А, с фанатиками, с какими фанатиками? С какими фанатиками?
Что за фанатики? О чем речь вообще? Патроны кончились. Продолжаем. Ну, сейчас мы должны это все уничтожить. Во всем виновата MTV. Ой, какой красочный взрыв. Просто офигеть. Так, что мне надо сделать? Шериф! В яблочко. Вот это было в яблочко, а до этого не было. Господи. Нехорошо. Да что с такое-то? Почему я вдруг начну, точнее, обязан со всеми драться? Я уже заикаться начинаю. Яблочко. Черт возьми, я просто растерян, я в растерянности. Почему я со всеми теперь должен перестреливаться? Твою ж налево. Экшн, шмекшн. Иди сюда. Яблочко. Кого мне там пристрелить? Кто тут фанатик, кто здесь не фанатик? Фанатики это грабители, что ли? Убей оставшихся фанатиков. Так, вы по мне стрелять будете? Ай, я застрял в стуле. Твою мать, действительно стреляют. Отвали. Отваливай. Всех, короче, на тот свет послать будет легко и просто. Черт. Да кто там дробовиком фигачит в спину? Не по-мужски это. Да всех просто убью, да и все. Зачем тут разбираться? Это не нужно никому. Ты кто? Убить оставшихся фанатиков. Привет, деточка! Если ты не деточка, хрен поймешь, сисек не видно. Зато хрен видно. Ах, черт, да кто в меня постоянно палит-то, а? Здесь еще и дверь открывается. Прям игра 21 века, я бы сказал. Может, сейф можно открыть? Нет, какой там к чертям. Это уже в следующем тысячелетии будет доступно в играх. А сейчас пока это верх технологий. Мы что-то нашли. Какого черта мы здесь нашли? Пулемет для... патроны для... Хрен знает чего, я не знаю. Расчленись. Я убиваю. Эй! Да какого? Пули убивают, видишь? Это похоже на что-то, но это не открывается. Да ладно. Неужто вы хотите сказать? А, открылось. Странно. А в чем была проблема? Давай, открывай. Бабки. Привет, Лукашенко. Это был точно он. Я его узнал. Посмотрите на эту голову. Это Лукашенко. Что это такое? Патроны для пулемета. А с какого черта они здесь делают? Это вообще банк или что? А у меня теперь есть пулемет, офигенски. Опробуем. Эта фигня не открывается. Значит, туда надо бежать. Хей! Да-да, все так говорят. То, что нужно. Да умри! Да умри, говорю! Сколько раз повторять-то? Неразборчивые какие-то, глухие, видимо. Хотя сам сейчас от этой музыки оглохну. Это просто в лучших традициях русского трэша музон. Да ё-моё, опять-таки, если не по конечностям, то никуда и не убьется. Чёрт, этот пулемет бесполезен к чертям собачьим. Е!
твою мать, опять всех порешили и никому отдать ни денег, блядь. Чё за хрень? Ха, опять я мудила. Да пошли вы в задницу. Ну что там дальше будет? Я надеюсь, не заново эта миссия. Я познакомился с Эллом, главой экологов. Был отважный капитан, он объездил много стран. Кошмар какой. Готов отправиться на сбор яблок, до хера не заработаешь, зато веселуха. Он предложил мне занять роскошную высокую должность в их предприятии по производству органических продуктов. Хорошо, что в Кошмарте никто не выжил, теперь меня некому обознать. Эти ребята серьезно бы на меня разозлились за то, что я сделал с их соратниками. Собирай яблочки. И дрочу. Все просто. Собираешь яблоки пылесосом и складываешь в синий контейнер. А пылесос тот же самый, в котором мы кончу собирали, да? Еще и не мытый. Да я знаю этих придурков. Так оно и есть. Ой, давайте только без членов на ножках. Простите, что прерываю вас на самом интересном месте. Это было актуально типа 6 лет назад. Здесь такие места есть? Заявление касательно твоего поведения. Кроме того, ты же не хочешь быть как мистер Бангл. Да уж, эта группа говно. Паттону следовало остаться в Пейдуму. Короче, кенты, вот эта расписня в углу показывает, насколько вы добрые или безумные. И само собой знаешь, что время возможной концентрации твоего внимания сведено к минимуму таблетками и порнухой, мы сделали все совсем просто. Верно, Ларри, нужно всего лишь запомнить. Применение смертельного оружия – путь к безумию. Применение несмертельного оружия – путь доброго парня. Да нахрен здесь это нужно? На 100% добра сможешь выбрать, каким путем будет развиваться история. А если нет, то клали мы болт на тебя. Но все же, что мне будет за 100% безумия? Да ничего. Отстой! Кто это говно придумал? Это важное сообщение доставил вам Кручи из Империи Шоколадного Глаза. Порадуйте своих близких. Переведите желудок, ребята, а еще у нас бесплатные огурцы для дам. Вот именно. Ничего и не будет. Ладно, я думаю, на этом стоит закончить к чертям вторую серию, потому что у меня кипят мозги. И опять эта музыка дурацкая. Я не знаю, что с этим делать. Вы сами все это прекрасно видели. У меня несварение желудка, пойду посру лучше. С вами был Доскос, я надеюсь, вам понравилась вторая серия, и первая тоже, и понравится третья, и четвертая, возможно, тоже, если я доживу до нее. Скорее всего, я умру от приступа во время съемки третьей серии, но может быть. Короче говоря, подписывайтесь на канал GameBuster, ставьте лайки, жрите пальцы, что-нибудь делайте, короче говоря. Всем спасибо за просмотр. Расскажите друзьям об этом канале. В конце-то концов. Может, им понравится это видео. А, ладно. Херам все это. Всем пока.